Производство компании Sideshow. Генри? Генри? Прошу, помоги. Мне больно. Где ты? Я здесь. Мне больно. У меня кровь. Я умираю. Мне страшно. Холодно и темно. Я не люблю темноту. Прошу, помоги. Одну неделю назад. Безликий глаз. Здравствуй, Кира. В главных ролях Дакота Шапиро, Люк Кук. Посмотрим, как там другие девушки. Влада Веревко. Доброе утро, Тесса. Бенедикт Себастьян. Что читаешь? Эшли Эллис Роджерс и другие. Элла. Кто это? Твой любимый? Ладно. Свет пробивается. Нет. Свет пробивается в мое окно. Композитор Чарли Клоузер. Я жду, когда начнется дождь. Заветный дождь. Молодец, Скай. Заветный дождь. Автор сценария и продюсер Рамин Наями. Режиссер Рамин Наями. Где же ты, Лора? Надо купить шоколад, сыр и туфли. Линне. Сир. Нет. Сюр. Нет. Шоколад. Сыр. Сыр. Все, надоело. Всем доброе утро. Проснитесь и пойте. По утрам я обычно пью кофе. Кофе? Как истинная американка. Я пью кофе по утрам. Боже. Лора. Улыбайся чаще, а не пугай людей своей ухмылкой. Бритва Папина. Правда? Крутая штука. Винтажная. Положи на место.
Ладно, прости. Приготовить завтрак. Яичницу. Я не голоден. Спасибо. Да, прекрасно. Где Джонни? Так быстро избавилась от него? С тобой отношения длятся недолго. Улыбайся чаще. Тебе очень идет улыбка. Очень смешно. Нет, ему не понравится. Может, хватит? Ну вот. Я жду. Верни рубашку. Брось. Мне пора на встречу. Останешься на завтрак? Нет, я не могу. Прошу, Элла, отдай рубашку. Сначала догони. Элла. Она напрашивается. Я спешу. Давай. Сильно. Нет, правда, сними. Сам сними. Нет. Нет, Элла, отдай. Сними. Ты чего? Черт. Перестань. Какого хрена? Отлетела, черт. Подумаешь, пуговица? Нет. Давай, снимай. Нет. Снимай. Не кричи на меня, пошел ты. Сама пошла. Большое спасибо. Стой, не плачь. Все образуется. Не плачь. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Привет, Тесса. Этот парик тебе очень идет. Привет, пупсик. Привет, зайка. Рада знакомству. Я тоже очень рад. Я сделаю все, что ты захочешь. Круто. Здорово. Хочешь, я тебя отсосу? Еще как. Хочешь, да? О, да.
Мило. Потрясающе. Вот эта клубничка. Такая большая и сочная. Генри, можно войти? Да, подожди секундочку. Порнушку смотришь? Про что? Нет, я работаю. Правда? Работаешь? Я ничего такого не делал. Как скажешь. В Лос-Анджелес приехал Эрик, он же Э-Рок, он же... Я же просил здесь не снимать. Точно, прости, забыл, прости. Есть планы на вечер? Я поеду в Сильвер Лейк, выпью пиво. Хочешь со мной? Познакомимся с цыпочками, повеселимся. Генри? Нет, пожалуй... Нет, спасибо. Нет. Хорошо. Что там? Одна девчонка. Как ее зовут? Даже и не помню. Но для меня она пивунья. Да, боже мой. Такие ноты выдают. Где вы познакомились? В интернете. Мне пора на прослушивание. Все подробности позже, похотливый ты ублюдок. Пока. Стой, не люблю поднимать эту тему. Точно, забыл сказать. За аренду заплачу до среды. Примерно. Хорошо. Ладно. Да. Пока. Не шали тут. Пока. Заветный дождь. Ты такая милая, Скай. Привет, малыш. Хочешь послушать мою новую песню? Нет. Да, но не сейчас. Мне скоро обратно в офис. Я налью тебе выпить. Иди сюда. У меня был трудный день. Пойдем в спальню. Нет. Давай прямо здесь. Что ты хочешь? Да. Может... Нет, нет, нет. Ни слова. Отвратительно, Скай. Ты заслуживаешь большего. Спасибо. Обращайся. Прости. Мне пора. Я купил кое-что из твоего списка желаний. Спасибо. Hi.
Генри! Принес тебе пиво. Спасибо. Как там прослушивание? Неудачно. Шансов не было. Я вошел, они тут же нашли мой канал на Ютубе и сказали: «В жизни ты выглядишь старше». Что за хрень? К чему они это? Эйджисты. Еще 20 подписчиков, и мне больше не придется ходить на прослушивание. Так и будет? Да, я знаю. Ты еще увидишься с той девушкой? Нет. Встретил на прослушивании горячую штучку, но она постоянно болтала о себе, все трещала, трещала. Мы пошли в бар, и она провела для меня свое прослушивание. Прямо там. Я очень смущался. Ненавижу актеров. По-моему, они фальшивые. Иногда хочется вернуться в Сидней. Гениально. Надо снять новый выпуск. Так. Сейчас. Поехали. Привет, ребята, с вами Э-Рок. Я поймал себя на мысли, что мне хочется вернуться в Сидней. Здесь люди фальшивые. Попробуйте поговорить с актерами. Они не будут вас слушать. Они думают только о том, чтобы им снять для Инстаграма или Ютуба. Лучше бы я остался в театре. Я был превосходен. Помните Гамлета? Я никогда в нем не играл, но если бы сейчас я вернулся, то произвел бы фурор. Быть или не быть? Хороший вопрос. Помню, в школе я играл в спектакле о мышах и людях. Завести бы кроликов, Джордж. Заценили? Ищите по хэштегу «театрал». Короче, все круто. Не будем о плохом. Я вот тут зависаю с другом Генри, отдыхаю, попиваю прохладное пенистое пиво. Так что до скорого. Пока. Отлично. Да. Ты в них шаришь, да? Я про компьютеры. Да, наверное. Отец не любил выпускать меня из дома. Мне нужно было чем-то себя занять. Милый снимок. Чертенок и дьявол. Два дьявола. Мой отец — два дьявола. У тебя нет фотографий мамы? Она умерла во время родов. Вот так. Прости. Не извиняйся. Фух. Ладно, я очень устал, пойду в кровать. Точно хочешь спать здесь? Я всегда могу освободить твою комнату и переехать в комнату твоего отца. Мне тут нравится. Хорошо. До завтра. Доброй ночи. Пока. Куда ты залез? Быстро в постель! Не будь тряпкой. Я боюсь темноты. Хватит с меня этих соплей. Не смей плакать, или всю дурь из тебя выбью.
Вот бы ты поел со мной. Хочешь, я его откушу? Чуть позже. Привет, Генри. Зацени. Нет. Это запись, она тебя не видит. Я не подставил бы тебя. Держи. Прости. Я принес тебе завтрак. Спасибо. Выпей молока, котеночек. Чего ты боишься, друг? Ты что-то скрываешь. Но думаешь, я тупой? Я вижу, как ты выключаешь экран, когда я захожу. Разве мы не друзья? Что бы ты ни смотрел, я не буду тебя осуждать. Там что-то необычное. Типа садомаза? Бобку? Гей-порно? Смотришь геев? Нет, конечно, нет. Я такое не смотрю. Да? Что? Обещаю, что никогда ничего мне не скажешь. Конечно. Поклянись. Что? Ладно, клянусь, Генри. Я серьезно. Правда, я клянусь тебе, Генри. Я тебе клянусь, брат. Они мои подружки. Что это за сайт? Это не сайт, все вживую. Они знают? Конечно, нет. Ты взломал их веб-камеры. Выкладываешь? Ты мог бы на этом разбогатеть. Нет, я никогда бы так не поступил. Не хочу задеть их чувства. Я ими любуюсь. Мне нравится проводить с ними время, и я знаю о них почти все. Можешь их записать? И еще ты, наверное, спросишь, видел ли я их голыми. Нет. А как же секс? Нет, нет, нет. Видел? Нет, это личное. Да брось, личное. Как же. А вся остальная жизнь нет? Ты неправильно понял. Я за ними присматриваю, я их... ангел-хранитель. Да, как благородно. Откуда они? Где живут? Здесь, в Лос-Анджелесе. Ты с ними виделся? Нет. Кто твоя любимица? Не знаю, не могу сказать. Кого? Ты хотел бы увидеть прямо сейчас? Ладно, если выбирать ради забавы. Элла. Да. Она веселая. Да. И сексуальная. Аппетитная. У нас не так уж много общего, но она модель из Инстаграма. Как и все девчонки в Лос-Анджелесе. Как ее найти? Нет. Нет, нет, нет. Они мои подруги, не лезь к ним. Генри, успокойся, мне просто любопытно. Обещай мне, что не тронешь их. Поклянись. Поклянись! Ладно, Генри. Обещаю. Я на собеседование. Мне пора. Подруга той цыпочки, с которой я познакомился вчера вечером, управляет кофейней. Мне нужна работа. Удачи. Спасибо. Не увлекайся слишком сильно. Как говорится, если слишком долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. Черт, круто. Только надо сгустить краски. Если слишком долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. Да, дай пять. Обалденно. Точно. Вот так, да. Пока, до встречи.
расстегнуть блузку. Нет, я не хочу сниматься обнаженной. Это особенное вино. Откуда оно? Подруга привезла его из Франции. Тебе понравится. Эй, иди сюда. Я Лора. Хорошо. Снимем? Нет, не здесь. Пойдем в спальню. Тут очень мило. Спасибо. Что ты здесь делаешь? Прости, приятель, я увидел свет и зашел поздороваться, а тебя здесь не было. Я решил посмотреть на девчонок. Прости. Больше не повторится. Черт возьми, шлялся. Ты вышел из дома без разрешения. Нет. Мама, нет. Опять ты за свое? Я говорила, я сижу с детьми и работаю над романом. Да, все успеваю. Перестань, мама. Думаешь, я стала проституткой? У меня секса полгода не было.
Спасибо. И я тебя люблю. Она за тебя переживает, Тесса. Моя новая квартира будет готова в следующем месяце. Могу я какое-то время пожить у тебя? Да. Конечно. Где ты, Лора? Вино потрясающее. Хотела поблагодарить тебя за приглашение, дорогая. Я в предвкушении. Ты правда такое еще не готовила? Я впервые запекала целую голову. Я тобой горжусь. Привет, есть кто дома? Привет, заходи. Рад тебя видеть. Взаимно. Выглядишь безупречно. Спасибо. Садитесь за стол. Большое спасибо. Прошу. Не терпится попробовать? Понимаю, но надо дождаться. Будет вкусно, я уверена. Не сомневаюсь. Что в этом рагу? Что это? Называется калипачи. Рецепт Мины, но подход мой. Налетайте, кто первый? Можно? Мне больше всего нравится глазная мышца. Впервые я попробовала блюдо с моим бывшим. Прекрасный повар, но в остальном никудышный. Мне нравится. Поделишься рецептом? Конечно. Главное — найти голову. Никогда такое не пробовала. Выглядит аппетитно. Как это едят, расскажете? Есть какая-то традиция? Я макаю мясо в специи на щеке, а затем... Давай помогу. Спасибо. Тоже хочу кусочек. Надо брать с угла. Да, весьма необычно. А можно мне что-то менее экстравагантное? Могу положить мою любимую часть. Она нежная? Очень. Люблю нежное мясо. Тебе понравится. Спасибо. Приступим? Да. Привет. Вот ты где. Что ты тут делаешь? Все хорошо? Да. Класс. А у меня подарок. С днем рождения, да. Он у меня не сегодня. Да не важно, когда он. Сегодня мы с тобой оторвемся. Вперед! Что ты задумал? Не переживай, ничего страшного. Поставь музыку понежнее, да-да-да. А это уберем подальше. Так, включай. Как тебе это? Нет, в ней нет секса. Нужна музыка для любви, под которую хочется делать детей. Возбуждающая. Ладно, это... Теперь идеально. Ты садись туда, а я сяду здесь. Зачем? Что происходит? Скажи. С днем рождения. Он милый. Я знаю. Ты плохой мальчик. Я ей все рассказал. Что ты одержим и вечно следишь за ее инстаграмом. Постоянно. Главный поклонник. Поприветствую его. Обожаю моих подписчиков. Да.
Он очень милый. Как котенок. Да. Посмотри, ему не верится. Ты дьяволенок, верно? Да, точно. Не может осознать. Переживает. Да, Генри? Все хорошо? Генри, черт побери. Что это с ним? Ничего, нужно принять таблетки. Что? Какие? Держи, приятель, пей, пей. Давай сразу несколько. Вот так, выпей, все хорошо. Что это с ним? Да ничего такого, он перевозбудился, такое бывает. Ты лучше сходи выпей чего-нибудь. Да, точно, пойдем. Он сумасшедший. Нет, вовсе нет. Иди в комнату, налей себе выпить, а я скоро вернусь. Приятель, выпей таблетки. Давай, скорее. Молодец. Вот так. Дыши, дыши. Вдох, выдох, дыши. Все хорошо, хорошо. Дыши, вдох, выдох. Все хорошо, все позади. Не могу дышать. Давай, успокойся. Сделай вдох. Дыши. Так. Прости, друг. Думал, тебе понравится. Вот так. Тише. Дыши. Да, молодец. Так, приятель. Все, успокаивайся. Я пойду проверю, как там наши гости, и я вернусь. Хорошо? А вот и ты! Посмотрите-ка! Сейчас я тебя укушу, да? Он сейчас нападет, прячься! Боже! О, нет! Ему очень хочется тебя съесть, да! Ты как, друг? Прости за вчерашнее. С тобой все хорошо. Просто ты не умеешь расслабляться. Друг, таблетки не помогают? Уже нет. Завязывай с ними. Дурацкое плацебо.
Я в него не верю. Фармацевтические компании, алчные свиньи, жаждущие денег. Мы ведь в Калифорнии. Вот наше главное лекарство. Сначала покурим, а потом я буду приводить девочек. Попробуй. Молодец. Вот так. Молодец. Мне жаль, что так вышло с Эллой. Она тебе понравилась. Плевать. Обычная шлюшка. Слушай, я хочу показать тебе кое-что важное. Даже не знаю, что сказать. Ты просто посмотри. По-моему, она убийца. Брось! Смотри, она тащит тело. Я уверен, что в мешке тело. Да-да, конечно. Подожди. Вот что было раньше. Это особенное вино. Смотри. Откуда оно? Сначала она наливает им выпить, но в вине что-то есть. Горячее. Они идут в спальню, но парень не выходит. И я знаю почему. Его оттрахали. Давай покажу еще одну запись. Черт. Нет. Снимем? Нет. Был и другой парень. Не здесь. Пойдем в спальню. Сейчас поцелуются. Да, точно. А потом, она ведет его в спальню. Верно, все правильно. Ты хочешь, я покажу, что она делает с телами? Да, покажи мне, Генри. Ладно. Ладно. Она их готовит и подает на стол. Люблю нежное мясо. Тебе понравится. Пусть попробует губки. Они тают во рту. Да брось! Ты верно шутишь. Я серьезно. Я слежу за ней днями и ночами. Я знаю, что там происходит. Я все видел. Тихо. Возьми. А теперь... Расскажи, что ты знаешь об убийце. Шерлок попробует раскрыть дело. Она работает в баре у Джастина на Sunset Avenue. Знакомится с парнями в интернете. Я говорю серьезно. Ты веришь в реинкарнацию, Генри? Да. Я Марлон Брандо. А она Тед Банди. Тед Банди в юбке. Вот бы она бандила меня 7 дней в неделю, круглыми сутками. Я не шучу. Да. Покажи других девчонок. Они все здесь. Не переживай, все хорошо. Я успею. Правда? Ты придешь завтра? Друг, забудь ты о них. Тебе надо выходить в свет. Пупсик. Все изменится, когда ты с кем-нибудь переспишь. Не знаю. Возможно, ты прав. Совершенно точно. Уж в чем я разбираюсь, так это в сексе. В близких отношениях, в саитиях, в занятии любовью, в шалостях. Как тебе угодно. Но я никак не могу понять, где найти деньги для хозяина. Вот мой недостаток. Пошел этот хозяин. Точно? Да, пошел он. Увидимся. Спасибо, Эрик. Не за что. Пока. Такие ощущения и должны быть? Какие? Будто улетаешь. Улетаешь, да, так и должно быть. Мне кажется, я не чувствую руку. А, нет. Все в порядке. Забавно. Да, обожаю. Класс. Как дела в колледже? Хорошо, вот только... Эрик! Я тут никого не знаю. Эрик! Теперь... Сюда! Ты знаешь, где живу я. Да, здесь хорошо. Да? Что случилось?
Смотри. Ты опять за старое? Нет, нет. Сейчас она его опьянит и потом уведет в спальню. Я вызываю полицию. Подожди, мы ведь ничего не знаем. А вдруг? Понимаю. Но нельзя терять время. Что ты делаешь? Пишу в службу спасения. Можно писать? Да. Круто. Хочешь что-нибудь выпить? Да. Говорил же. Нет. У меня есть кое-что особенное. Нет, не верю. Смотри. С ума сойти. Она что-то подмешивает? Безумие какое-то. Она всегда так делает. Смотри, видишь? Она что-то подсыпала. Ладно, ладно. Ну, давай немного подождем. Нет. Угощайся. Видишь? Говорил тебе, смотри. А сама не хочешь? Я уже выпила утром 2 чашки. Нет, не надо, только не пей. Не пей, идиот! Не пей! Боже, Господи. Матерь Божья. Пей кофе, иначе остынет. Хорошо. Боже, полиция не успеет. Нет, только не пей. Не пей, приятель. Слишком горячий. Отлично, прекрасно. Боже. Горячий. Они не успеют. Он подождет. Иногда это даже полезно. Поставь обратно. Поставь на стол. Он выпил? Уже выпил? Нет. Пока нет. Пока нет. Он все понял. Не смей пить, болван. Она хочет тебя обдурить. Нет, нет, нет. Приехали. Отлично. Полиция. Ура. Не трогай этот гребаный кофе. Заходите. Скорее. Опустите чашку. Валите ее на пол. Арестуйте. Что? Сейчас найдут. Кто он? Да. Мой племянник. Что происходит? Что он здесь делает? Племянник, как же. Она мне нравится, да. Да. Вот так. Хорошо. Ее раскроют. Да. Я прошу вас выйти из моего дома. Сама выйди. Чувствуешь? В шкафчике. Загляните в шкафчик. Что вы делаете? Нашли. Они нашли. Ей конец. Замечательно. Теперь ее упекут. Надолго упекут. Да. Прекрасно. Они понюхали кофе. Еще дальше. Оно. Ей конец. Ее арестуют. Ашваганда. Что, простите? Арестуйте ее. Растение из Индии. Скорее, индийский яд. Да. Мы возьмем образец на проверку. Что она делает? Смотрите. Она съела. Очень вкусно. Хотите? Какого? Нет, чтоб тебя, Генри! Она подсыпает в кофе грёбаные травы из Индии. Вот что она делает. Мать твою, Генри! Я уж было поверил в твои эти сказки! Я... Бред какой-то, придурок! Эрик! Чёрт. Заходи в любое время. Ладно. Что ты делаешь? Я знаю, что видел. Я знаю, что видел. Я знаю, ты следишь за мной, извращенец. Я тебя найду и пущу на собачий корм. Ты слышишь? Все хорошо. Успокойся. Она тебя не знает. Не знает твой адрес. Все хорошо. Все хорошо. Успокойся. Все хорошо. Дыши.
Что это? Вставай! Нет, вставай! Черт, она ее убила. Что? Кто кого убил? Она убила Эллу, я все видел. Не переживай, тебе приснился кошмар. Я все видел, я покажу. Давай. Запись была здесь, ее нет. Я не вижу тела, друг. Наверное, она его перенесла. Да, на кухню. И принялась готовить. Покажи квартиру. Она заклеила камеру. Запишись к врачу, друг. Лора убила Эллу и придет наказать меня. Надеюсь, однажды мне достанется. Может, выпьешь таблетки? Нет, ты был прав. Они не помогают. Я не хочу их Эрик? Отец?
никогда не возвращаться. Прошу, уходи навсегда. Генри, держи. У меня осталось немного после вечеринки. Возьми, тебе поможет. Мне пора, такси ждет. До вечера. Пока. Давай сначала выпьем. Может, позже? Я хочу тебя. Иди сюда. Понимаю, а я хочу тебя. Но всего по бокальчику. Прошу. До дна и побежим в спальню. Нравится? Да. Стой, не так быстро. Я тебя найду и пущу на собачий корм. Ты слышишь? Доброе утро! Я принес тебе завтрак. Спасибо. Все хорошо? Маска. Она была в такой же маске. Ты пил таблетки, друг? Нет. Как поживает наша убийца? Она заклеила камеру, но я слышу ее электрический нож. Я не могу спокойно спать. Так, слушай. Я обещал заплатить за квартиру сегодня, но мне позвонил агент. Только что. Говорит, он практически заключил сделку. Как только я получу чек, он твой. Обещаешь? Клянусь тебе, как только получу. Ладно? Да. Пожелай мне удачи. Удачи. Свет пробивается в мое окно. Я жду, когда начнется дождь. Заветный дождь. Мой разум в тумане. Я в каком-то дурмане. Вокруг один лишь шум. Я дома. Отпразднуем? Давай выпьем. Что с тобой? У меня выдалась трудная неделя, мне не до этого. Улыбнись. Спой песню или сыграй. Надо поговорить. Нет. Я в первый же день тебе сказал, никаких надо поговорить. Я думал, ты согласилась. Не надо этого. Чепуха. Я беременна.
Сколько сейчас стоит аборт? Я хочу его оставить. Ни за что. Нет. Нет. Мне с этим некогда разбираться. Я даже не знаю, чей он. Он твой. Такой у тебя план? Хочешь меня развести? Конечно, нет. Что ты хочешь? Думаю, тебе пора. Это моя квартира. Я за нее заплатил. Мне пора? Чья это квартира, по-твоему? Уходи сейчас же! До малыша никому нет дела. Хочешь мои трусики? Да. 500 оплата через сайт. Можно переводом? Конечно. Тоже сойдет. Прекрасно. Жаль, что ты не снимешь их с меня сам. Крепыш. Да. Привет. Привет. Принес тебе завтрак. Спасибо. Что тут у нас? Тебе дали роль? Нет, я был вторым кандидатом. Но на следующей неделе прослушивание в более интересный проект. Да. Думаю, все получится. Голоден? Слушай, мне срочно нужны деньги. Ты не платишь уже целый месяц и не внес предоплату. Зачем ты так? Зачем сжимаешь яйца хорошему другу? Ты же знаешь, я заплачу. С процентами. Ты прекрасный друг, но мне надо оплачивать страховку и налог на квартиру. Я не хочу ее лишиться. Ладно, давай так. Слушай. Сдай кому-нибудь мою комнату, а я перееду в другую. Об этом не может быть речи. Гараж! Гараж! Я перенесу все вещи. Дай мне немного времени, прошу, я все верну. Кстати, с тобой не так уж и легко живется. Сам посуди, я каждую ночь просыпаюсь из-за твоих кошмаров и женщин. Немногие с таким свыкнутся. Так съезжай. Да брось. Ты ведь злишься не из-за меня, а из-за девок. Ты скоро свихнешься. Надо срочно с этим разобраться, и я знаю как. Я приведу сюда Лору. Нет. Точно. Так и поступим. Нет, нет, только не это. Я помогу, Генри. Нет. Перестань сходить с ума при виде девушек. Я буду рядом. Все пройдет прекрасно. Обещаю. У меня нет такого наследства, как у тебя. Но ты мой единственный друг. До встречи со мной ты был счастливее? Если честно, был. Ты мне правда дорог. Но банк просит деньги. Ладно. Хорошо, к выходным я съеду. И отдам все деньги. Я не вор. Но как только я расплачусь, конец. Перестань, Эрик. Ссориться не обязательно. Нет. Знаешь...
Пошел ты! В задницу тебя! Ты одержим, Генри! Не знаешь, как завалить девчонку, и сходишь с ума! Выдумываешь байки, чтобы хоть чем-то наполнить свою жизнь. Стоит мне хотя бы намекнуть кому-нибудь... Нет. ...о твоей тайне? Нет. И тебе конец? Нет. Нет. Перестань. Тише, тише. Черт, прости. Слышишь? Прости меня, друг. Черт, мне жаль. Прости. Тише. Прости, друг. Я не сдержался. Прости меня. Я не буду тебя шантажировать. Я лишь актер. Но ты сводишь себя с ума, Генри. А я знаю, что видел. Привет, пупсик. Ты слышишь? Да, да. Я тебя не слышу. Я здесь. Стесняешься? Да. Переживать не о чем. Но если я не буду тебя слышать, то ничего не получится, и я тебя отключу. Ты понимаешь? Да. Итак... Ладно. Скажи, как тебя зовут? Генри. Ты впервые занимаешься этим? Да. Расслабься, Генри. Что тебе показать? Я не знаю. У тебя есть любимый фрукт, Генри? Ты любишь клубнику, банан, чернику, грейпфрут, манго? Фиги. Фиги? Не часто такое услышишь. Боюсь, фиг у меня нет. Может, сгодится и клубничка? Она такая мягкая внутри и... Я не хочу говорить о фруктах. Ладно. Попробуем по-другому. Нет, прошу, не надо. Нет, перестань. Не надо. Ты точно обратился по адресу? Я занимаюсь именно этим. А что бы ты хотел? Просто поговорить. Пожалуйста. Ладно. О чем хочешь поговорить? Я даже не знаю. Может, мы как-нибудь встретимся и поговорим лично? Генри, я работаю на камеру. Я не девушка по вызову. К тому же мы, наверное, живем в разных штатах. Ты из Лос-Анджелеса. Что? Да, точно. Живешь в Сильвер-Лейке. А я неподалеку. Можем выпить кофе. И узнать друг друга поближе. Откуда ты знаешь? Слушай, псих, никогда мне больше не звони, иначе я сообщу о тебе в полицию. У меня есть данные твоей кредитки. Тебя посадят. Прости. Ты слышишь? Я не хотел тебя пугать.
Буду рада, если бы меня побаловали. Он меня совсем не баловал. Я бы его проучил. Хочешь, я пойду с тобой? Нет, я справлюсь. Главное, помни, что я рядом. Посмотри на него! Да. Я не могу ждать тебя всю ночь. Давай, надевай маску. Надевай или возвращайся в комнату. Что это? Тесса. Знаешь. Лора? Отец? Нет, я не могу, не могу. Там. Я тебя слышу. Выходи. Стой, или выстрелю. Прошу, нет. Нет. Привет, я получил работу в кофейне и попросил об авансе. Обещали подумать. Но я все равно освобожу комнату. Включи Банди в юбке. Эрик.
Это для тебя, друг. Привет, красавица. Здравствуй, малыш. Я налью тебе выпить. Хорошо. Хотя, знаешь, пожалуй, не надо. Я достаточно выпил. Милый, со мной всегда хочется больше. Да. Я приготовлю тебе кое-что особенное. Прошу. Большое спасибо. Давай. Не порти вечер. Выпьем. Ладно. Будет тост? Скажи. За нас. За нас. В чем дело? Думаешь, я что-то подмешала? Нет. Нет. Но хотел бы выпить из твоего бокала. На нем твоя помада. Ого. Да. Впечатляет. Люблю мужчин, которые умеют пить. Да. Ладно, допивай, а я налью себе еще. Стой, хочу помаду. Вот так. Спасибо. Милая квартирка. Спасибо. Как тебе вино? Потрясающе, спасибо. Хорошо. Супер. Угощайся. Спасибо. Не знаю, говорили тебе или нет, но у тебя очень красивая шея. Ты меня заводишь. Круто. Итак. Да. Выпьем. Хочу всю тебя расцеловать. Ты такой нежный. Женат? Что? Нет. Друзья должны делиться тайнами. Согласен? Конечно. Ты хочешь, чтобы за нами подсматривали, или наш секс будет только для нас? Что? Приветик. Эрик, познакомишь меня с твоим другом? Ты это о ком? О нем. У нас ведь нет тайн друг от друга. Ты снял липкую ленту с камеры, верно? Ладно. Мне пора. Нет, не уходи и не бойся. Я лишь хотела поздороваться с нашим общим другом. И только. Может, мы его пригласим? Я... Или поедем... Прямо к нему? Прости, я совершил ошибку и, пожалуй, пойду. Мне пора. Мне точно пора. Нет. Матерь Божья! Поцелуй на прощание, пока ты еще здесь. Давай. Не надо. Что ты делаешь? Нет. Я сглупил. Прости. Не стоило так поступать. Прости. Мне жаль. Назови его имя. Назови его имя. Его зовут Генри. Привет, Генри. Генри, присоединяйся к нашему празднику жизни. Он не придет. Почему? Если видит девушку, его парализует. А шпионить за мной и дрочить он может? Как видишь. Ясно. Вот он, урод.
Генри, может, включишь свою камеру? Я на тебя посмотрю. Давай. Не трогай его. Генри, я заслуживаю увидеть лицо того, кто за мной следит. Включи камеру. Живо. Включи ее, Генри. Молодой. Я думала, ты старше. Генри, приезжай ко мне. И обещаю, мы покончим с этим раз и навсегда. Я же сказал, он не приедет. Давай забудем. Забудем обо всем. А ты зачем приехал, мой милый? Чтобы твой друг-извращенец посмотрел, как мы трахаемся? Нет, все совсем не так, нет. Прошу, поверь, я думал совсем о другом. Мне нужно... Мне нужно было тебя увидеть. Дело в тебе. Я хотел, чтобы мы... Занялись сексом для твоего друга? Нет, слушай, я согласен. Генри — странный парень. Сутками сидит в своей комнате, и я над ним подшучиваю. Но я увидел тебя... И не смог забыть. Мне хотелось тебя обнять. Узнать твой запах. Заглянуть в глаза. Поцеловать твои губы. Я не могу видеть тебя с другими. Я хочу, чтобы мы были вместе. И это возможно. Я уверен. Знаю, звучит глупо. И ты, наверное, считаешь меня неудачником. Если вышвырнешь меня или вызовешь полицию, я пойму. Но... Я должен был попробовать. А ты умеешь вешать лапшу? Нет, я не лгу. Когда ты меня поцеловала, я думал, у меня остановится сердце. Да, поцелуй был сладкий. Немногие мужчины умеют целоваться. Поцелуешь меня еще раз? Прежде чем прогнать. Я пойду. Слышишь? Прости, если подумала, что я тебя обманул. Обещаю, Генри тебя не побеспокоит, как и я. Но... Я тебя не забуду. Прекраснее девушки я в жизни не видел. Прошу, замолчи. Ну что, пойдем? Прощай, Генри. Thank you.
Лора за мной заедет. Я поживу у нее, пока не найду квартиру. Наверное, тебе не интересно, но мы с Лорой друг друга любим. У меня только половина суммы, остальное отдам потом. Что это за маска? Как глупо. Сними ее, Генри. Я серьезно. Что происходит? Что ты делаешь, Генри? Привет. Есть кто? Эрик? 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 Генри. Генри. Прошу, помоги. Мне больно. Где ты? Я здесь. Мне больно. У меня кровь. Я умираю. Мне страшно. Холодно и темно. Не люблю темноту. Прошу, помоги. Помоги мне. Мой сын поступил очень плохо. Где твой сын? В своей комнате. Я его запер. Так я наказываю его за проступки. Прошу, не трогай меня. Не трогай. Отпусти. Прошу. Генри, прошу. Ах!
что убил тебя. Похоронил во дворе. Ты пытаешься подставить меня? Лора, прости меня. Я думал, что это ты всех убиваешь, но это он. Это он. Мой отец. Прости меня. Не будь тряпкой, Генри. Прикончи ее. Нет, не надо, прошу. Не трогай меня. Умоляю. Чтоб тебя! Нет, не надо. Убей ее! Нет! Он всегда будет со мной. Он меня не отпустит. Ты никогда меня не отпустишь. Прости. Но я должен тебя fell in love with the wrong.